Владимир Путин, который, как известно, встал на коньки несколько лет назад после обещания хоккеистам-юниорам, сегодня в Красной Поляне провел тренировку по хоккею. Игра прошла на ледовой арене комплекса «Галактика». Президент вышел на лед под номером 11. 3 года назад Путин участвовал в турнире ночной хоккейной лиги, которая была создана по его инициативе. С тех пор глава государства постоянно участвует в турнирах лиги, выходит на лед с легендарными хоккеистами-ветеранами и со своими коллегами-политиками. В турнире с президентом уже успели поучаствовать главы Белоруссии и Финляндии.